Здравствуйте! С вами программа «Сами с усами». И мы продолжаем путешествовать по интернету в поисках ответов на наши вопросы, которые возникают, когда мы работаем в саду, в огороде, ухаживаем за своими цветниками, в общем, занимаемся садоводством. И сегодня мы решили познакомить вас с вопросом, который касается подготовки огорода к зиме. Какие работы нужно сделать в огороде в первую очередь, чтобы весной без проблем начинать там работать? Давайте посмотрим. Огород в зиму всегда должен уйти обработанный и чистый. Во-первых, надо выкосить обязательно всю траву в огороде. Ее убрать мусор. Мы не оставляем ни сорняков, ни травы, чтобы в них не заводились ни мыши, ни крысы, и чтобы в них не селились и не зимовали вредители. Поэтому огородик, еще раз говорю, должен быть чистенький. Естественно, нам надо все грядочки тоже привести в порядок. А для этого желательно, либо на грядках должны расти сидираты, как здесь у меня на грядке растет фацелия, либо что-то высажено, как на этой грядке. У меня высажен озимый чеснок, и он покрыт лапником. На тех грядках, где мы не сажаем сидираты и что-то не высаживаем, в эти грядки желательно внести компост. Вот, например, на этой грядке у меня внесен компост. Он заделан на очень неглубоко, где-то сантиметров на 5-10 максимум. Не надо грядку перекапывать на штык. И делается это все вилами. И, то есть, грядочка тоже в зиму уходит нормально. Надо освободить все емкости с водой, чтобы они не замерзли. То есть бочки, если которые есть, их надо обязательно перевернуть, не забыть это все сделать. Освободить кубы, если у вас капельный полив, как у меня. Вот. Если автоматически открываются двери и форточки, убрать все термоприводы и все механизмы, которые их автоматически открывают. То есть к зиме надо подготовиться нормально, ничего не забыть, ничего не оставить в зиму, чтобы у нас в зиму ушел огородик весь подготовленный, все грядочки подготовлены, весь участок подготовлен, все, что мы точно знаем, что у нас ничего не замерзнет, и рано весной у нас уже как бы все готово к посадкам, нам не надо будет делать очень много лишней работы. Автор этого ролика считает, что осенью в огороде все должно быть абсолютно чисто. Поэтому он показывает нам с вами или просто чистые грядки, или грядки, засеянные так называемыми сидиратами. Но должна добавить, что многие садоводы в последнее время считают, что нельзя на зиму грядки оставлять совсем пустые. То есть засеваем грядки сидиратами или мульчируем их органическими остатками. Это могут быть надземная часть многолетников, которые мы с вами обрезали, летники, ботва, если она была здоровая, скажем, от морковки, от свеклы и так далее. Какой способ подготовки гряд к зиме выберете вы, решать вам. Но вот еще раз хочу подчеркнуть, что способов два. Или так, как нам советует автор просмотренного ролика, грядки остаются чистые или с сидиратами, или мы все-таки их мульчируем с вами органическими отходами. О чем стоит сказать еще? Что работа в огороде касается не только уборки, но еще и посева семян под зиму, о чем мы с вами уже говорили. А также осенью на огороде мы можем с вами посадить так называемый озимый чеснок. О правилах посадки озимого чеснока предлагаю вам посмотреть следующий ролик. Время посадки чеснока – это первая декада октября, за 5-6 недель до устойчивых заморозков. Если вы посадите раньше, то зубок чеснока укоренится и даст росток, который может вымерзнуть при заморозках. Если вы посадите позже, чесночина наша не успеет укорениться и побег будет слабым. Чеснок мы сажаем зубчиками. Еще чеснок садят бульбочками. Бульбочки – это маленькие чесночиночки, вот такие, которые появляются на чесночной стрелке.
Перед посадкой зубчики нужно приготовить, то есть каждую вот чесночину разделить на зубки, выбрать самые крупные, здоровые, посмотреть внимательно, чтобы не было на них гнили, пятен. Хорошо, если перед посадкой вы подержите зубчики чеснока в растворе фунгицида. Это предохранит растение от грибных заболеваний. Крупные зубчики чеснока мы сажаем на глубину 6-8 сантиметров. Можно сажать зубчики чеснока в подготовленные заранее бороздки. То есть нужно сделать бороздку на глубину 6-8 сантиметров. После того, как мы посадили зубчики, мы их зарыхляем. И если почва сухая, то поливаем. Мелкие бульбочки чеснока для получения однозубок мы сажаем мельче на глубину 2-3 сантиметра. Делаем бороздку и сажаем маленькими бульбочками. После посадки желательно утеплить нашу чесночную грядку. Для этого вы можете положить там, где вы посадили чеснок, стебли растений, георгин или отцветших осенних астр. А зимой постарайтесь набрасывать на эту грядку больше снега. Автор этого ролика подробно остановилась на правилах посадки озимого чеснока. Но вот, блуждая на просторах интернета, я нашла очень интересный, с моей точки зрения, способ посадки чеснока целыми головками. Давайте посмотрим. Для посадки мы отбираем самый лучший, красивый чеснок. То есть проверяем, чтобы головки были плотные. Это можно проверить даже на ощупь. То есть это говорит о том, что чеснок не подпорчен. Конечно, выгоднее сажать этим способом те сорта, в которых не меньше 5-6 зубчиков. Тогда урожай вы на следующий год получите просто фантастически. Перед посадкой, как я уже сказала, нужно отобрать чеснок. Обязательно нужно снять верхнюю вот эту вот оберточку. Желательно ее снять так, чтобы были видны зубчики. То есть вы лишний раз заодно и проверите качество посадочного материала. И обязательно нужно с помощью ножа срезать, но при этом не поранить зубчики, вот это вот корневое донце. Вот обратите внимание, я полностью срезала корни, то есть корневое донце, но при этом зубчики не повреждены. Это очень важный момент. Срезать нужно обязательно для того, чтобы не было помех для прорастания корней. Теперь отобранный и подготовленный таким образом чеснок, то есть целые головки, мы должны обязательно обработать перед посадкой. Самый простой способ – это замачивание в солевом растворе. Вы можете замочить в растворе, взяв при этом 1-2 столовые ложки на 2 литра воды. Достаточно подержать в таком солевом растворе чеснок примерно 10-15 минут. Можно замачивать в фитоспорине, в дегте и также в марганцовке. Высаживать я буду на грядку в сидираты. Делаю довольно-таки глубокую лунку. Обязательно в эту лунку я вношу хорошо созревший компост. Очень хорошо перемешиваю совочком. Делаю дополнительно углубление в этой массе. Я высаживаю в эту лунку, то есть на дно лунки. Глубина лунки примерно получилась 10 сантиметров. Это очень важно. Слишком мелко чеснок этим способом высаживать нельзя. И теперь вынутой землей присыпаю чеснок. Можно, если бедная земля, присыпать сверху чеснок компостом. Теперь хочу обратить ваше внимание, что расстояние между лунками при посадке этим способом должно быть не меньше, чем 25 сантиметров. Честно говоря, мне не совсем поверилась в то, что можно посадить чеснок целыми головками, не отдельными зубчиками, и при этом получить урожай не хуже, чем при стандартном способе посадки. И тем не менее, это так. Давайте посмотрим. И, конечно же, всех интересует размер головки у того чеснока, который был посажен целыми головками, и насколько он меньше, либо такой же по сравнению с посадкой обычным способом. И вот посмотрите, как выглядит чеснок на грядке, посаженной обычным способом. А теперь давайте перейдем на грядку, где чеснок был посажен головками.
Ну, на первый взгляд, я вам скажу, друзья, что практически размер такой же, как и на предыдущей грядке. Вот, да, есть чуть поменьше, чуть побольше, но, честно говоря, я не ожидала, что размер будет такой большой. Ну, давайте подкопаем еще один пучок. Видите, они растут прямо пучком. Ну, здесь, я считаю, тоже результат превосходный. Посмотрите, сколько полноценных головок выросло вот из одной головки, посаженной с осенью. После просмотра этого ролика лишний раз убедилась, что век живи, век учись. Казалось бы, что уж ничем меня нельзя удивить особым. А этот способ буду пробовать и у себя на участке тоже. Осенью очень часто опытные садоводы готовят так называемые теплые грядки. В чем заключается этот способ? Грядка, на которой мы с вами собираемся осуществить посев или посадку в следующем году, где-то приблизительно посередине делается траншея. И в эту траншею закладываются органические остатки. Это может быть ботва, это может быть яблоки, условно говоря, или какие-то очистки от продуктов. И затем это все закрывается обратно землей и до весны. В этой траншее весной начинается процесс перепревания, выделяется тепло, и мы с вами получаем более ранний урожай. Сегодня мы с вами посмотрели, как правильно подготовить огород к зиме. Надеюсь, что вам было интересно, и что-то вы возьмете себе на вооружение. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.